Пинск уже погрузился в атмосферу предстоящей встречи Нового года. 18 декабря, продолжая добрую традицию, которая зародилась несколько лет назад, пинчане собрались на площади Ленина, чтобы зажечь огни на главной городской елке. Организаторы постарались сделать для горожан этот праздник ярким и незабываемым. Не успели остыть эмоции от представления, как город облетела новость о том, что в ночь на воскресенье кто-то попытался испортить новогоднее убранство ели. Продолжение темы в нашем следующем сюжете. С середины декабря Пинск засиял новогодними огнями. На городских магистралях и улицах коммунальники развесили гирлянды, разместили светодиодные конструкции, а на площади Ленина установили главный символ Нового года – зеленую красавицу-елку. В этом году она заискрилась новыми яркими огнями. Искусственную елку мы закупили 6 лет назад. Было принято решение городом установить искусственную ель. Вот. Вместе с искусственной елью мы приобрели комплект освещения к ней. Вот 6 лет она отработала, хотя нормативный срок службы данной гирлянды был 3 года. На сегодняшний день была закуплена с средств бюджета новая гирлянда. Стоимость ее 21 тысяча белорусских рублей. Она как бы отвечает современным стандартам. У нее каучуковая изоляция, светодиодные лампочки установлены в них. Однако нашлись те, кто покусился на эту красоту, чем вызвал всеобщее возмущение горожан. Кто-то позволил себе залезть на нашу новогоднюю красавицу. Ну, не знаю, что он хотел показать своим поступком, но то, что нанес ущерб нашей новогодней гирлянде, новой, которую мы закупили в этом году, то как бы факт есть. Мои электромонтеры подправляли лапник на елке за 3 метра до макушки. То есть 3 метра он не долез до верха елки. Елка 18 метров в высоту. Какой ущерб был причинен? Что непосредственно сделал этот человек? Значит, была повреждена гирлянда, луч гирлянды. Может быть, сознательно, может быть, несознательно, еще пока непонятно. Но то, что были разбиты еще наши шарики с колокольчиками. И на сегодняшний день мы сделали запрос в компанию, которая нам поставила эту гирлянду. Они дадут нам стоимость этого повреждения. Ну и как бы будем предоставлять уже в Следственный комитет. К слову, сотрудники следственных органов дадут правовую оценку этому инциденту. 20 декабря 2020 года Пинским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Хулиганство». По факту повреждения в ночь на 20 декабря новогодней ели, установленной на площади Ленина в городе Пинске, и элементов ее украшения. По данному факту в настоящий момент Пинским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление виновного лица. Комментируя данное происшествие, следует сказать, что проявление такого рода неуважения к общепринятым нормам поведения в обществе нельзя назвать иначе, как проявлением акта вандализма. Спонтанная хулиганская выходка – это была либо факт намеренной порчи имущества, следствию еще предстоит выяснить, так же, как и то, какой точно был причинен ущерб. Коммунальники своими силами восстановили повреждения, но своими действиями злоумышленник доставил немало лишних хлопот представителям горсвета, у которых после этого инцидента осталась горечь от обиды. Хотелось бы, чтобы лишний раз люди задумывались о том, сколько тратится денег для того, чтобы новогодняя елка и вообще новогодняя иллюминация радовала людей. Повезло нашему, кстати говоря, жулику, который лез на эту елку, что гирлянда закуплена, но в ней не 220 вольт идет, а пониженный трансформатор стоит на 24 вольта. Если бы было 220, возможно, мы его встретили бы здесь. Надо добавить, что хулиганы покушались и на другие ели, установленные во всех микрорайонах города. Пытались украсть лапник и новогодние игрушки. Чтобы хоть как-то защитить городское убранство от вандалов, по периметру вокруг елей установлены скрытые камеры и фотоловушки, с помощью которых можно будет изобличать злоумышленников.